Здравствуйте. Видео о том, как я строил дорогу к дому. 5 лет строил дорогу к дому. Смотрите. Начиная вот отсюда. И вот так поехали. И вот так. Все вот до гаража. Подпишитесь на мою группу ВКонтакте, Яндекс.Зен. Ссылки в описании. Антон А. Федор Горбачев. Михаил Елизаров. Ванес. Баженов Андрей. Спасибо за поддержку. Итак, сначала я разломал отмостку вокруг дома, чтобы в дальнейшем утеплить фундамент, отмостку и по новой залить. А раздолбленную отмостку я увозил на дорогу. Ломаю отмостку, дорогу развозит. Сейчас буду возить это все, всю отмостку на дорогу. Если берете вот такую карту Black по ссылке в описании, обслуживание бесплатно навсегда. Что только я сколько туда-сюда не сыпал уже, то на УАЗике, то на тачке, что-нибудь-то. Вот это все убрал от мозга. Тут. Ту сторону раздолбил со стороны кухни отмостку. Здесь вот засыпал. Тут уже колея была сантиметров 20, наверное. В общем, друзья, отмостку я доломал,
Не подумайте, что эту отмостку я сломал, которая вот сейчас отмостка. Это у меня первая отмостка была, а сейчас уже другая отмостка. Там на дорогу выложил. Сейчас надо там разбить маленько. Давай еще. А сейчас вот я купил 4 тонны щебня, чтобы подсыпать вот эту отмостку, которую я выложил на дорогу, чтобы на легковой можно было хоть как-то ездить. Вот, друзья, пошла движуха. Постукал по трубе, все, побежало. А то здесь уже пруд образовался. Я уж думал лодку смастерить и кататься тут. Сейчас уйдет вода. Вон как тянет. Сейчас надо дорогу мне делать. Тут маленько вот бута подкидаю. Сейчас буду щебень раскидывать. Пока жена не приехала, успею раскидать-то, наверное. В общем, вот, друзья, успел я до приезда жены все раскидать, а то это, я тут навалил булыжников этих, отмостки, вообще невозможно было ездить. А здесь пока не буду делать, тут надо мне канаву надо переносить сюда, ближе. Вот такую дорогу я сделал сейчас. Ну а здесь у нас потоп. Смотрите. Вот эта вода бежала вот оттуда и вот так вот, через дорогу. А сейчас, как вы знаете, я прокопал Суэцкий канал. Сейчас вода вот так бежит. Повернись сюда. Ой, улетела. Такое большое. Потом, смотрите, спустя год или два просто не было возможности этой дорогой заниматься. Надо было строить дом, там всякие дела. В общем, я решил вот эту канаву, где вода бежала, вот эта река, засыпать решил известняком. И отвести эту воду от дороги в другую сторону. Ну а сейчас известняком вот так вот нарастить. Thank you.
что, блин, вырезал. Подсыпали для легковушки. Маленько разровнял, нужен грейдер. Здесь канаву прорыли, сейчас весенняя вода будет сюда бежать. И вот туда. Яму, канаву эту засыпал. 5 КАМАЗов, что ли, тут. Вчера все разровнял тут. Все булыжники по сторонам. Ну что, все, траншею прокопал, канаву, целый день копал. Еще тут пол ямы завалил, короче, пол канавы завалил, срезал. Вот сейчас картинка получится, не парится.
Так вот, представляете, для того, чтобы засыпать эту канаву, понадобилось 5 КАМАЗов известняка. Трындец, да? Это болото, вот эта вся дорога, это болото. Если бы я не засыпал каждый год, чем попало, там бы вообще невозможно было проехать. И, кстати, в видео не было этого. Вот там, где гараж, там тоже один КАМАЗ высыпали. Но это было очень давно, 7 лет назад. Там даже трактор застрял в этом месте. Вот такое вот болото там было. Ну а дальше, еще спустя один год, я написал заявление. В общем, мне делают дорогу. Трактор пригнали, экскаватор. Завтра будут трубу тут ложить. Вот здесь вот, наверное, трубу положат побольше. Какого диаметра, не знаю. Ковш здоровый какой. Что-то все еще никого нету. Уже обед. О, 19,6 на 2,6 градуса. Ничего, скоро будем купаться. Кто нет? Болото. Вот прокопали через дорогу. И там в лес, видите, канава, траншея. Сейчас она водой заполнится. И здесь подкопают еще возле гаража. Сейчас должны трубу привезти сразу и закопать ее здесь. Thank you.
рыбу не поймал. Много-то. Но как раз здесь уровень поднимется. И потом нормально будет косить. В общем, плиты сохранить не удалось, да и не пытались. Сейчас возьмем с них арматуру. Тут 14-я арматура, по-моему, такая толстая. О, одна есть. Короче, вот сколько арматуры получилось. Еще жестянка, еще тарелка. Поставил треногу со своей любимой красной изолентой. Мало ли кто с разгону поедет и залетит в эту канаву. Вот так вот. О, арматура. Тяжело мне досталось. По ногам прилетело. Ну все, трубу положили. Я не успел утром рано прибежать. Засыпали шебнем. Вот такая труба железная на 60. Тут вон можно карасей разводить. Выкопал очень глубоко траншею. Ну она зарастет потом. Ничего страшного. Вот труба, но это побольше, чем которая у меня-то была. Сейчас не будет ее зимой это забивать. Отлично будет. Вот такую канаву сделали.
Щебенка отсыпали. Теперь гравий везут. Короче, помогаю дорожникам. Оно тут в стороне все валяется. Ближе к дороге скидаем. Вот, дорогу сейчас трамбуют. Так, ну что, наконец-то мне сделали дорогу. Спустя 6 лет можно здесь летать. Ну что, погнали проверять, испытывать дорогу. Вот щебень положили, трубу положили, гравий положили, канавы сделали, катком прикатали. Сейчас можно ходить спокойно, не запинаясь. Ну, конечно, посмотрим, что будет весной. Все провалится, не провалится. Канава, труба здесь. Вот так вот. И здесь тоже. Эту улицу тоже сделали. Хотя я писал заявление делать только свою дорогу. Они сделали еще вот здесь вот. Вот эту дорогу. Сейчас прокатимся. В обратную сторону поедем, а то солнце слепит. Ну-ка. О, класс! Как асфальт, можно на пятой тут летать. Отлично, ребята, здорово. Вот так вот получается. Эх.
Это у меня труба там, которая лежала-то. Сейчас-то большую трубу сделали на 60 сантиметров. Ну, еще может пригодиться часть-то. А может и она изгнила уже. Не знаю. Плиты-то там, которые выдернули, я арматуру-то пилил, резал, доставал. Одна арматура-то натянутая была, оказывается. И как мне по ногам долбанет. Я вчера это, у меня вот такая шишка на ноге выскочила. Вторая-то нога ничего. Трындец, в общем. Ходить не мог вчера. Холодное приложил. Сегодня утром вроде ничего, шишка ушла. Такой синяк там. Здоровый. Так что смотрите, техника безопасности, не повторяйте. Ну что, вот так вот нелегко мне досталась эта дорога. Вот так все было. Ну и на этом все. Подпишитесь, пожалуйста, на группу ВКонтакте, Яндекс.Дзен, Рутуб, все ссылки в описании. Спасибо за просмотр, всем добра, всем пока, до свидания.